Разгон, удар, гол. В Химках прошел Всероссийский фестиваль «День массового футбола». Еще до официального старта на поле вышли десятки команд Московской области. Здесь отработка ударов, мастер-классы, встречи со звездами футбола. Это очень хорошо, что привлекают детей, проводят такие мероприятия. Приятно смотреть. Мы увидели играющих игроков Химок, уже им интересно стало. Увидели Ширко, тоже футболиста бывшего. Они, ну, довольны, ждут Смертина. Открывают фестиваль почетные гости. Среди них Алексей Смертин, бывший игрок Челси и чемпион Англии. Первый пас от не менее именитой спортсменки и депутата Государственной Думы Ирины Родниной. Глава городского округа Дмитрий Волошин также присоединился к футбольному празднику. Такой масштабный фестиваль не мог пройти мимо Химок, самого спортивного муниципалитета Подмосковья. У нас и предприятия имеют свои команды городские, и управляющие компании. Поэтому мы видим, что с вами, что с каждым днем футбол становится еще сильнее, еще крепче именно в Химках. Будем бороться за звание футбольной столицы Подмосковья. Я очень надеюсь, что этот турнир приживется, потому что мы по-своему используем то наследие, которое нам осталось от чемпионата мира по футболу. Фестиваль «День массового футбола» – проект «Единой России». Главная цель – привлечь к спорту и активному образу жизни как можно больше людей. Фестиваль проводят в 59 регионах страны. По правилам команды играют составом 6-6, а в финале уже полным составом по 11 человек. Он пройдет в Санкт-Петербурге в конце лета. Акраман Ивлуев, Николай Забродин, служба новостей.